Доброе утро, студия. Здравствуйте, Красноярск. Я напомню, что сейчас мы находимся по адресу Красноярск, рабочий 115А, где ведется сбор отработанных батареек, ртутных лампочек. И задержали мы тут горожанку красноярку, прекрасную Ксению Кравченко, которая перед работой заглянула, чтобы сдать использованные батарейки с красивым маникюром. Ксения, расскажите, пожалуйста, вы уже, то есть вы вообще сознательный горожанин, который постоянно ищет вот эти вот желтые урны и сдает подряд батарейки все отработанные? Ну, конечно, считаю, что сознательные, но сдавать стала батарейки и лампы, вот, начиная с прошлого года, когда услышала об акции. До этого я не слышала, не знала вообще, куда сдавать, и все это дома у меня копилось. То есть вы даже их и не выкидывали, а специально из-под буст рубиновых коробку освобождали, чтобы складывать батарейки? Ну, в специальный ящик не выбрасывала, потому что слышала, что это как бы достаточно вредно, загрязняет и нашу окружающую среду, и вообще вредно это для здоровья. Ну, посчитали вообще, сколько в месяц вы использованных батареек, ну, так скажем, копите, накапливаете сколько в среднем? Ну, если все сложить, то, наверное, не менее 80 штук. А это, между прочим, один акр, если вы их выкидываете, чего? Того, что нельзя потом на этой земле ничего сделать, да? Ну да. Давайте выбросим старые батарейки. Я напомню, что здесь вместе с нами не только Ксения горожанка Кравченко, но и командир трудового... Василий, командир Торгашин. Командир трудового отряда главы города Василий Торгашин, который еще раз сейчас напомнит для наших телезрителей телефон, по которому можно узнать о пунктах приема в городах нашего города. В городах нашего города. В районах нашего города. В основном городе Красноярске, Ксения, вы можете выбрасывать батарейки. Как родные. Все. Да, я вот тоже добавлю еще одну, которую нашел. У нас всем, кто сдает, полагаются вот такие памятки. Если вы в прошлый раз приходили, то она у вас уже, наверное, есть, но вдруг потерялась. Телефон 268-83-86. Это телефон штаба трудового отряда. Во всех районах города, напомню, у нас есть пункты приема на базе молодежных центров районов. Поэтому приглашаем. Если есть какие-то вопросы, звоните на сайте, в группе ВКонтакте трудового отряда. Вся информация есть. Адреса молодежных центров, телефоны, так что всех еще раз приглашаем. Батарейки, макулатура и отработанные ртутные лампы. Спасибо большое, дорогой красноярец, дорогой телезритель. Сейчас, когда у тебя рука потянулась проверить вот так вот на язык, щиплет, не щиплет эта батарейка, конечно, можно подождать, пока она, если снежинка не растает, ладонь не растает. Но кто предупрежен, тот обезопасен. Студия, Александр, Юлия, сколько ваших торшерах ртутных лампочек, и сколько вы тратите вообще батареек в месяц, чтобы о них вот так вот их сдавать? Слово вам передаю.